Итак, всем привет, мы начинаем. Здесь я смотрю, что на канале присутствует достаточно интересный контингент людей, и зачастую это ребята, которые не просто так проходили мимо, а действительно интересовались видео и смотрели его практически до конца, либо до конца полностью. И я думаю, что сейчас нам надо разобраться в двух вещах. Кто сюда попадает на канал? Первое, это те, кто думают, а не заняться ли мне гипсокартоном, и что для этого надо, какой лучший инструмент, и кто как делает, и что лучше выбрать. И второе, это тот, кто делает ремонт для себя сам, кто занимается ремонтами там и тому подобное. И зачастую для всех новичков возникает первый вопрос, какой шуруповерт взять данного исполнения, вот такой. Это у нас модель DCF850, либо же есть модель DCF620. Вот такой. Какой же из них? Каждый из вас задаст резонный вопрос. Что я буду делать? Этот же более универсальный. А этим мы крутим только гипсокартон, зашиваем и все. И те, и другие будут по сути правы. Но тут надо разобраться, для чего вам это надо. Если вы делаете чисто ремонты и для себя маленький ремонтик дома, вы берете вот этот шуруповерт и такие, вещь, реально вещь, но это универсальная машина. Ею можно выполнять как сверление, вот у нас сверло по бетону, да, сверлит, да, им можно выполнять завинчивание, конструкцию крутить. Вот, есть у нас здесь конструкция. Пожалуйста, берем и крутим. Готово, скреплено. А что мы знаем про данный шуруповерт? Многие, я вам отвечу заранее на вопрос, не знают практически ничего. Такие думают, и можно крутить только гипсокартон. Ребята, я вам скажу, что мы сейчас начнем долгую историю. Запасайтесь чайком, печеньками. Мы начинаем. Значит, история создания данного шуруповерта не такая простая, как кажется. Перед инженерами стояли четкие технические характеристики, для чего нужен инструмент и зачем. И он должен быть универсален во всем. И я вам скажу, если вы хотите связать свою жизнь с гипсокартоном и хотите закручивать квадратные километры в месяц, у вас сразу вот этот вариант отпадает. Он вам просто не нужен. Сейчас я вам объясню маленькую вещь. Эта штука может делать вот так. Раз. И смотрим. Нам надо крутить конструкцию. Не вопрос. Берем и крутим. Скрепило. Нам надо крутить дюпеля. Есть несколько типов дюпелей. Есть красные. Вот такие маленькие. Есть чуть побольше белые, есть синие. Итак, смотрим, какой как крутит. Мы берем красный, завинтил. Что наш старший брат, да? Тоже. Есть белые, они чуть сложнее крутят. Знаете, в чем разница? Уже чувствуется. Это количество оборотов, потому что этот на пике выдает на третьей скорости 3800 оборотов в минуту, а этот выдает 4400. И сейчас самые жесткие дюпеля, это вот такого вот плана. Их тяжело крутить даже ударному шуруповерту. Вот этому показываю. Взяли. Сорвал шляпку, но вы видели, тяжело крутить. Показываю. Даже такой вот, казалось бы, трудный дюпель, который с трудом дался вот этому монстру, был закручен этим шуруповертом. И получается, мы им можем крутить дюпеля, мы им можем крутить конструкцию,
А что касается гипсокартона, а вот здесь самое интересное. Поскольку, смотрите, видите эту насадку? Это насадка для ограничения глубины вкручивания в гипсокартон. И сейчас я вам продемонстрирую, в чем разница. А разница у нас получается в скорости. Крутим 850. Давайте. Значит, техника исполнения такая. Набираем в руку самореза и прокручиваем. 850. 5 саморезов. Раз. Два. Не попал. Есть. И ты берем 620. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мы его можем превратить в реального монстра для завинчивания саморезов. А именно, мы можем взять насадку DCF-6202. Это вот действительно монстр, который ускоряет. И теперь посчитайте, сколько времени я закрутил на первое завинчивание, на второе, на третье. При этом, если мы посмотрим на качество завинчивания, то все отверстия с ограничителем выглядят вот так. А вот так уже выглядит профессиональный пистолет. Вот мы видим заданный шаг одинаковый. И плюс глубина закручивания. А здесь везде мы имеем либо недокруты, либо поврежденный гипсокартон. Итак, сейчас мы проведем тест на данной плате, на время, на скорость. За сколько закрутит каждый шуруповерт. Прокручиваем один ряд, и так вы сможете умножить на 4, и вы будете знать, за сколько вы поставите одну плату гипсокартона, за какое время. Я делаю идеальные условия, я шурупы укладываю все в одном направлении. И сейчас мы будем делать тест. Значит, первый 850-й. И мы начинаем наш тест. Было, значит, 35 секунд. Я это делал на полном аккумуляторе на третьей скорости. Вот. И неприятный шум сдает бит, так как срабатывает стопор. Значит, следующий у нас это профессиональная машинка уже для зашивания. Это у нас 620 шуруповерт. Сразу говорю, ими лучше зашивать без перчаток. Но я приучил себя всегда работать в перчатках, поэтому мне тяжело подавать шурупы. Того сброс. Начинаем. Время было, по-моему, 26 секунд. Хочу заметить, что
Здесь я поставил равные условия, у всех приблизительно равное расстояние. Но этот пистолет, он спроектирован таким образом, что когда вы прижимаете низ аккумуляторной батареи и вверх, вы сразу видите шаг. Видите, как он идет? То есть сам размер пистолета задает вам правильный шаг. И он составляет у нас 27-28 сантиметров. Это как паучин. С таким вам сложнее уже. Видите, он меньше. И вы уже должны на глаз каждый раз определять шаг, расстояние. И кто крутит без ограничителя, это выглядит следующим образом. Вот так. И вам надо обязательно смотреть, и то я вот прорвал картон. Так делать нельзя. Значит, следующее. Мы смотрим, как нам еще ускориться. Мы берем и просто сейчас меняем бит. И ставим насадку. Просто вставляем насадку. Берем ленту. Ленты я цепляю на крючки, вот такие себе сзади, могу сразу прицепить 8-10 лент, чтобы каждый раз не спускаться. Ну и что, начинаем. Было порядка 10 секунд. И я 850-му дал фору, поскольку здесь уже аккумулятор немножко разряжен по сравнению с этим. Это Power Stack больше мощности, и он полностью заряжен. То есть вы поймите саму суть, сколько вы собираетесь крутить. То есть есть разница 10 секунд, да, или вот это. То есть вы поймите, что этим я делаю в 3 раза быстрее практически. Дальше. Еще какая опция здесь есть? Это башка, насадка, она поворачивается, вам удобно подлазить в углы. И что самое главное, здесь есть кнопка фиксации курка. Вы взяли и все, вы пошли. Он работает только от нажатия. Идея заключается в самом хвате. Если вы будете вот так работать целый день, у вас устает кисть. Когда вы беретесь вот таким хватом, у вас получается одна прямая линия, у вас прямая кисть, и она не так нагружается, не так устает. Ну и вот смотрите, собственно, какие узкие места иногда надо пролазить, и у вас просто иногда не хватает места. Бывают места еще поуже, и вот здесь как раз более удобно крутить вот таким. Тут просто повезло, первый слой, короткие шурупы, и эта машинка влезла. А здесь уже надо, уже проще крутиться 850-м. Потому что места как бы очень мало, и в таких местах он рулит. Особенно вот как здесь наверху будет Синар Вилон, и нужно подлезть сюда. Но вот это вот держание в голове того, что нужно фиксировать глубину закручивания каждого самореза, когда вы на опыте, вот оно в принципе легко дается, то на этой машинке вы не думаете, вы просто взяли и поставили, собственно, все. И вот теперь мы приходим к такому месту. Здесь у нас стена, двойное перекрытие, и нам теперь надо поставить сюда ницца, чтобы прижать и прокрутить его с этой стороны. Итак, с конструкцией вы видите, он справляется. Хорошо, а теперь нам надо прикрутиться вот сюда, 45-ми саморезами. Здесь у нас уже возникает
Вопрос. Ну как бы можно, да, но неудобно. Видите, из-за габаритов он не влазит. Этим же уже работать легче. Вы нажимаете, вы его можете завести. И он уже схватывает хорошо. А можно еще в некоторых местах, когда вы крутите и не подлезть, сделать, ну, буквально вот так. Вы понимаете, ну, какая-то разница. Хотя бы даже наживиться. Раз, наживили. И так. Вот, вы наживили, допустим, по всей высоте. А потом просто меняете бит. Поэтому я не стараюсь выгородить один и хвалить только другой. Я считаю, что необходимо два. В своем арсенале нужно иметь два таких шуруповерта. Потому что каждый из них под свои задачи. Потому что, ну, мало кто знает, что этим вот тоже прекрасно можно крутить конструкцию. Он очень быстро делает это, даже еще быстрее, чем вот это. Но бывают такие места, где вы им просто не можете подлезть нормально. Для труднодоступных мест обычно используем длинные биты, вот такие. То есть этим можно удлиниться, но вопрос в том, как он подходит, под каким углом. И тоже есть много разных вариантов. Вы рассматриваете для себя нужный, правильный, необходимый. Посмотрел я тут как-то свой алиэкспрессный аккаунт и узнал, что я выкрутил данным шуруповертом больше 30 тысяч саморезов. А ведь 30 тысяч — это только с алиэкспресс. А сколько я оставил бабла в магазине Hilti, это просто нереально. Я там тоже купил далеко не 1000 саморезов. И в сумме, если прикинуть все головой, насколько это много, это не просто много. Пиздец, как много. Это делается мозгами, сколько много. И это на протяжении буквально каких-то несчастных 3 месяцев. Поэтому думайте заранее своей головой, сколько вы будете крутить. И если мы посмотрим на бит, как вам его показать, вот так видно. Это так выглядит бит после 30 тысяч саморезов. Как выглядит бит с ограничителем? Ну, сейчас постараюсь навести. Фокус. Оп, вот так. Плюс еще какой, смотрите, вот этот бит, он толком не магнитит. И 25-й саморез, ну, держит, но так себе. Смотрите, я машу, он выпадает. Родной же бит с профессионального шуруповерта, он будет у вас держать шуруп наглухо. Он его не обронит, как бы вы его не трусили. Видите, шуруп просто не падает. Поэтому, если вы действительно хотите зарабатывать деньги, вам надо изначально брать вот такой вариант. Таким, если есть варик крутить, если вы работаете на стройке, на кого-то, если же вы работаете сами на себя, что у вас своя машина, вам надо ее заправлять и тому подобное, и за что-то кормить свою семью, сразу берите вот такую вещь. Здесь, как выглядит насадка после 30 тысяч, она разбирается вот так, для чистки, можно посмотреть. Я ее не чистил ни разу, вот 30 тысяч. Саморезов, тут уже мы видим, она уже такая изрядно покоцанная. Собирается в обратном порядке, очень просто. Здесь у нас есть такой флажок, мы его просто приподнимаем, и все, она собрана.
Надеюсь, данный обзор вам понравился. А вы уже делайте свой выбор сами. Всего доброго и до новых встреч.